Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зоди на аппарате Мини-Гольф Клаб. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Давайте взглянем на этот симулятор мини-гольфа. Что мы можем здесь сделать помимо просто игры? Мы можем построить собственные уровни, и также мы можем настроить наш мячик. Но пока что мы не можем, видимо, нужно зарабатывать очки или вот эти вот деньги, играя в игру, чтобы потом купить, допустим, шляпку какую-то, какой-то спецэффект или какую-то картинку. Давайте просто нажмем «Продолжить». В игру я еще не заходил. Так, ну это типа самое простое пока что для обучения, да? Давайте разбираться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А. Все равно получилось. Идем дальше. Так, можно вот так вот. Ага, мы можем переключать камеру на камеру с орбиты. Попробуем вот так вот, четко прямо. А-а. Ну, здесь чуть-чуть осталось. Да ладно. Пару сантиметров не докатился. Боги. Так, здесь подъемчик. Нужно так, чтобы мячик закатился на горку, но при этом не перескочил и не улетел в воду. Отлично. Да твою ж дивизию, ну как так? Par. Так, а здесь вот сюда нужно. По управлению пока что вполне все удобно, вполне нормально, претензий никаких нет. Ну хотя управление абсолютно такое же, как и в любом другом симуляторе мини-гольфа. Так что, в принципе, я даже не знаю, что в этой игре можно критиковать. Это просто еще один симулятор мини-гольфа. Пока что вроде как довольно приятный. Посмотрим, насколько разнообразными будут дальше уровни. Ай-яй-яй-яй. Случайно мышку отпустил. Да что ж такое? Неправильно рассчитываю силу. Боги. Что вот эти вот обозначения означают? Буги, пар и так далее. Понятия не имею. Если честно, абсолютно. Ой, здесь уже довольно-таки опасно. Мячик может улететь в воду. Надо очень аккуратно. Лучше вот так вот. Вот так вот, я думаю, нормально будет. Проскочим. Ну, да что ж такое. Оп, оп, оп. Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть, ну почти. Боги.
Так, там уже препятствие. Вот там щелочка есть. Получится как-то вот угадать в нее или нет? Оп-оп-оп. Ай, ну почти. Почти. Пар. Пар. Зеленым, белым и красным отмечены значения, очки, то есть, которые я получаю. Я не знаю, как правильно считаются вообще в мини-гольфе, да и вообще в гольфе очки, что считается хорошим. Зеленые, белые, красные. Ну, хотя логично предположить, что красные это плохо. Может быть, зеленое это самое лучшее, белое это среднее. Так, хотя здесь, смотрите, тройка. Здесь красное, здесь белое. А, подождите, отверстие, паритет, может это имеет значение? Что такое паритет? Понятия не имею. К сожалению, нет, наверное, никакого мини-гольфа, в котором была бы инструкция какая-то, как правильно считать очки. Много есть всяких симуляторов гольфа, но ни в каком нет объяснения, что это такое и как это считается. Поэтому, если кто-то разбирается в этом хорошо, напишите, пожалуйста, в комментариях, как это понимать. Вот эти обозначения, пар, боги и так далее, очки как считать. Как бы мне здесь получше так? С этой стороны, наверное, получше будет. Вот так, наверное. Да что ж такое? Мышь как-то вот... Да вот что такое? Не могу удержать. Да что ж такое? Да что ж такое? То ли с мышкой что-то не так, хотя что может быть с мышкой не так? То ли у меня просто палец не настолько чувствительный, чтобы четко прям так... Так, а как там дальше сделать? Затем ящиком, чтобы проскочить бы как-то, ну, сомнительно. Попробуем, может быть, вот так вот наискосок. Отбиться от той стеночки. Оп. Оп. Ну, по крайней мере, уже в зоне видимости флажок. Но у меня, само собой, не получится рассчитать силу. А хотя получилось. Гол. Плюс 4. А считается 8. Так, что у нас здесь? Там может вылететь в воду. Нужно очень аккуратно. Жалко, что нельзя самому вот так вот покрутить камеру. В режиме орбиты камера вращается самостоятельно. Я никак не могу ей управлять. А вот так вот отдалить ее тоже нельзя, чтобы рассмотреть самому, что там находится. Ну ладно. А если вот так вот? Вот прямо вот так, например, попробовать в щелочку. Ну, сомнительно, но попробовать можно. Почему бы и нет? Давайте просто попытаемся. Ай, черт. Нет. Так, может быть, угол вот такой вот подобрать. Просто катись, просто... Бёрди. Ух, получилось. Бёрди, птичка. Награда плюс 50 монет. 500 монет уже при входе в игру, а было сразу же по умолчанию, и 50 монет добавилось. Это был первый курс из 52, то есть еще 51 вот такая вот серия курсов. Ничего себе, серия вот таких вот, как сказать, не трасс, а площадочек. Как правильно называется? Поле, да? Серия из полей. Всего 52 штуки серий. В каждой серии по 9, я так понимаю, полей. Хотя, может быть, и другое число какое-то будет. Оп, есть. Не очень хорошо. А, черт. Вот он под стеночкой, сейчас даже не знаю, как бы мне, чтобы он туда перекатился. Может быть, чтобы он отбился от вот того?
туда, отобьется или нет? Да что такое, не могу. Да что такое, не могу нормально на мышку нажать. Во. Вот так, так, так. Ай, чуть-чуть не хватило. Гол плюс 6. Да, 9 полей. В каждом курсе, наверное. 52 курса, ну, довольно много. Отлично как. Ага, вот в чем подвох. Там отбиваться даже не от чего. Так что если промахнемся, то мячик улетит. Ай-яй-яй-яй. И есть. Так, там дырки. Нужно как-то вот туда вот. Оп. Оп. Так. Бёрди. Можно, конечно, нажать запустить снова и улучшить результат. Это там, где ошибки совершаются. Так, здесь неровности такие. Нам бы, чтобы хорошенько мячик там подпрыгнул, наверное. Да что ж такое? Оп, 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 ай. О, пар. Есть, пар. Так, ну тут понятно. Вот только ящики, конечно, мешают. Ай, ну из-за ящика не получилось угол другой выбрать. Теперь бы только угадать силой. Ну да что ж такое-то, у меня нажимается почему-то само вот так вот. Эй, мячик, ты что делаешь, ты чего выпрыгнул? Ты что, меня подводишь специально? Пар. Так. Здесь можно пойти безопасным путем по кругу. Или попробовать вот так вот. Чтобы перепрыгнуть аж туда. Ха. Давайте рискнем, что ли? Оп. Water hazard. А дубль 2 попробуем побольше силы, по максимуму. Оп. Ай-яй-яй-яй. Да ладно. Даже не улетел мячик, остался прямо тут. Ух ты, ух ты. Давай так, скатись сам. Скатись, нет. Water hazard. Да ладно. Water hazard. А как мне теперь, чтобы он скатился? Water hazard. Ну. Water hazard. Water hazard. Скатись туда куда-нибудь. Ага, water конечно. Hazard. Water hazard.
Water hazard. Water hazard. Эть! Ну, water да hazard. Чтоб ты был здоров! Эть! Фух, ну по крайней мере в воду не попал. Уже хорошо, отлично. Гол! И я забил гол, отлично. Да ведь хорошо, что гол. Так, здесь нужно отбиваться от стенки. Ай, черт! Water hazard. Чуть пораньше надо налево повернуть, вот так вот. Да чтоб ты был здоров. Water hazard. Ну уже, давай. Water hazard. Ну, почти перелетел туда. Ну, конечно. Пробуем так. Не знаю, почему у меня нажимается вот так вот само как-то. Оп. Да что ж такое-то? Ну это оно опять само нажалось, я не знаю, почему так вот. Quadruple bogey. Вроде как в других играх такого нет, поэтому даже не знаю, то ли это с мышкой, то ли что. Так, а это что? Это ускоряет, видимо. Да ну что ж такое-то? Оп, оп. Ай, почти. Боги. Награды 50. Я хочу вернуться в меню, чтобы посмотреть. Может быть, мы можем уже, допустим, какую-то купить шляпку. А, в принципе, можем. Даже за 300 монет можно. Значок заблокирован означает, что она еще не купленная. Рога. Ну, знаете, нам уже не хватает монет. Так, а это что вообще? Ага, это шлейф. Это просто рисунок на самом мячике, да? Я хочу какой-нибудь шлейф купить. Вот это неплохо, огненный, радужный. Мне вот этот нравится. Давайте его купим. И какую-нибудь шляпку.
Вот, например, вот такую. Ага, не хватает чуть-чуть. А вот такую купим. Нормально. Пускай вот такой вот смайлик будет. Почему бы нет? Все, потратили все монеты. Вот теперь вот такой вот у нас мячик. Забавный. Да что ж такое-то? Ну что ж такое-то? Я не отпускал еще мышку. Почему оно? Ай. О. Ай, надо больше. Тут, наверное, надо вообще по максимуму. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, перебор. Это перебор. Не по максимуму надо. Да что ж такое, но я не отпускаю. Почему оно так срабатывает? Вот так попробуем. Нет, мало. Да что ж такое. Вот так, нет. Еще больше. Так, еще больше. Опа, почти, еще чуть-чуть бы. Ничего, количество попыток не ограничено. Ай. Вот если соревноваться с кем-то, то, конечно, да. В игре, кстати говоря, есть онлайн еще, как я понял. То есть можно соревноваться с другими игроками. По крайней мере, в настройках игры можно выбрать регион. Тогда уже, конечно, каждая промашка будет считаться. А сейчас я могу столько попыток использовать, сколько угодно. Главное добраться до лунки. Сколько займет эта попыток, хоть миллион, неважно. Давайте попробуем четко-четко прямо. О, почти, почти. Опа. Ого. Так, понятно, нужно как-то забраться туда наверх, а там уже мячик сам скотится. Ай-яй-яй-яй. Ну да что ж такое? Par. Так, попробуем, чтобы он подпрыгнул повыше и перелетел через эти препятствия. Оп! Ну! Ой, как классно! С первого раза получилось. Ничего себе, шикарно. Так, попасть бы точно на эти стрелки, не перелетев их. Оп, ага,
Я думал, эта стрелка меня на ту запустит. Так сильно ускоряться не нужно, потому что стрелка меня сама по себе сейчас ускорит, поэтому чуть-чуть, чтобы просто до нее докатиться. Оп, и все равно промазал. Пар. Пар. Так, а вот это что такое? Давайте проверим, что это делает. Ага, оно подбрасывает вверх, понятно. Water hazard. Чуть побольше нужно. Опа! Ой-ой-ой! Water hazard. Ну, да чтоб ты был здоров. Нет, ну все равно не хочу я по кругу. Мне интересно вот так вот, чтобы получилось. Мне интересно перепрыгнуть. Так. Оп-оп-оп-оп-оп. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Есть. Дабл боги. Так, а здесь можно вот так вот перепрыгнуть, получается, да? Если бы вот сюда вот так вот срикошетить, попасть на ту, она перекинет вот аж туда сразу же. Давайте просто попробуем. Или все-таки там тоже интересно через те препятствия, в принципе... Оп, оп. Не докатился чуть-чуть до этой стрелочки. Мне сейчас надо чуть-чуть вот сюда по центру, потому что мне надо четко прямо там будет. Стоп. Вот так вот. Давай. Ай, ну-ну-ну-ну-ну-ну, почти попал. Почти попал. Опа. Да как так? Вот же ж не везет. Берди. Берди. Я так понимаю, все равно хорошо получилось. В общем, суть в том, что, если я правильно понял, хорошо это тогда, когда меньше, чем вот эта строка паритета. То есть у меня сейчас получилось за 5 ходов, а здесь 6, поэтому зеленым. Белым это там, где совпадает, а красным там, когда хуже результат. Так, так, так. Нужно вообще туда. Можно по кругу, либо попытаться здесь запрыгнуть. Давайте попробуем, почему бы и нет. Ну, это не я сделал. Оп, оп. Тихо, 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 тихо. Альбатрос. Так, там уже довольно-таки интересное препятствие. Там уже довольно-таки сложно. А как же мне здесь-то? Там нужно четко-четко под стеночкой прям. Ух ты. Это уже будет совсем непросто. Нужно вначале... подкатиться просто поближе. Подкатиться, а не перекатиться. Ай-яй-яй. Ай, ну-ну-ну, чуть-чуть там не получилось. Есть.
Вот кто здесь ящик поставил так неудобно? Так, у меня сейчас выбор. Либо попытаться перепрыгнуть вот там вот, либо вот там прокатиться. Я хочу попробовать перепрыгнуть, я аж прям далеко перепрыгнуть, чтобы аж до лунки. Не знаю, получится это или нет. Но почему бы просто не попробовать, а? Ух! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, как хорошо, альбатрос! Так, все, отверстие 9 из 10. С этим курсом мы опять-таки закончили. Так, там уже тоже довольно-таки интересное поле. Ну, знаешь, что, ребята, давайте мы здесь уже прервемся и подведем итоги. Думаю, достаточно для первого взгляда, чтобы понять, что игра из себя представляет. Игра из себя представляет просто очередной набор всяких полей для мини-гольфа. Это не то чтобы плохо и не то чтобы прям хорошо. Это просто еще один мини-гольф, еще один набор полей для того, чтобы поиграть. Игра мне прям очень, прямо очень сильно напоминает какую-то другую игру, в которую я тоже играл для канала. Видео с ней тоже можно найти. Тоже симулятор мини-гольфа, прям по-моему внешне выглядит один в один. Вот у меня прям такое чувство дежавю, как будто я в это уже играл. Но вроде как поля другие, интерфейс другой, название вроде тоже другое. Но прям очень-очень сильное чувство дежавю. Прям уж любопытно стало самому поискать у себя в плейлистах и найти еще видео про мини-гольф и сравнить. Неплохая игра для того, чтобы просто позагонять мячик в лунки. Тем, кто любит мини-гольф, понравится. Но ничего особенно выдающегося здесь тоже нет. Так что просто неплохая игра. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры и вообще игр этого жанра, то есть симуляторы мини-гольфа. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока.